ведет занятия кандидат экономических наук Ольга Лагунова. За ее плечами преподавательская деятельность в одном из вузов страны и знание темы. Ольга Анатольевна – личность неординарная. Она готова делиться опытом и знаниями и приветствует, когда на занятия приходят разные люди. Это школьники и студенты колледжа, начинающие предприниматели и бизнесмены с определенным опытом. Работая вместе и разбирая конкретные ситуации, можно не только почерпнуть что-то для себя, но и проработать возможные ошибки, от которых никто не застрахован. К тому же Ольга Анатольевна говорит не о каком-то абстрактном предпринимательстве. Она целивает аудиторию на бизнес, которой можно успешно заниматься именно в нашей местности. Вы знаете, что у нас сейчас эмбарго с Турцией, да? Мы не покупаем никакие овощи и фрукты. Почему мы не можем выращивать у себя? Вопрос. Климат. У нас климат. Какой климат у нас? Замечательный климат. То есть, вот на это обратите внимание, на цены. На поддержку села ушло 50 миллиардов рублей, на личные подсобные хозяйства. То есть все, что связано сейчас с подсобным личным хозяйством, это большие гранты можно взять. То, что вам говорили раньше. Это понятно? Надо сказать, что занятия в Центре социальной поддержки семьи и молодежи проходят в очень непринужденной форме. Это что-то вроде познавательной игры с использованием мультимедийной техники. В ходе урока говорят о новых видах бизнеса и новаторских идеях. Слушатели не только впитывают полученные знания, но и сами участвуют в разговоре. А Наргуль Азанова – предприниматель со стажем, но такие занятия старается не пропускать. Я предприниматель, и бизнес свой начала я в 2012 году. С тех самых пор пытаюсь всячески развиваться, то есть вкладываю в свой бизнес, а у меня сельское хозяйство, козья ферма, вложила в скотину, то есть привезла племенных коз, потому как считаю, что если заниматься бизнесом, то надо это делать основательно. Участвую во всех всевозможных конкурсах и являлась не раз их победителем, даже на уровне области. Придя на эти курсы, даже уже на первом занятии я поняла, что я, как, наверное, и многие начинающие предприниматели, начинаем свой бизнес с конца. Потому что здесь у нас есть возможность получить всю необходимую информацию в совокупности, не искать ее в разных источниках. Здесь нам дают возможность ознакомиться со всеми подводными камнями, и что тоже немаловажно, нас ознакомливают с различными бизнес-идеями и учат их оценивать. Я считаю, что это замечательная возможность для тех, кто хочет выйти на более высокий уровень и развитие своего бизнеса. Ольга Лагунова сама работает с большой отдачей и привлекает к занятиям своих коллег. Сейчас перед вами выступит Светлана Владимировна, у нас наш юрист, который вам расскажет именно о правах, что вы можете иметь, в чем выигрыш, какая форма собственности лучше для предпринимателя и так далее. Можете задавать ей, кстати, разные вопросы. Советы юриста всегда кстати. Чтобы начать бизнес, необходимо собрать пакет документов. Сделать это не так сложно, главное знать как. Начинающие предприниматели часто обращаются к специалистам. И это обычная практика. Ценность же занятий в Центре социальной поддержки семьи и молодежи в том, что преподавание проходит на высоком уровне и совершенно бесплатно. Когда-то идеей организовать школу предпринимательства загорелась сама Ольга Лагунова. Коллектив ее в этом поддержал. Директор центра Татьяна Краснова решила, что молодежи это пойдет только на пользу. И вот школа работает. Ольга Анатольевна, вот школа экономики с вашей точки зрения, это что, курсы, это тренинги, это какая-то иная форма? И в чем особенность ее? Вот, конечно, я и люблю это слово «школа экономики», но она, конечно, не школа экономики, потому что есть диагноз, вот есть бухгалтер, это диагноз, я считаю, что бухгалтером стать не может не каждый. Также и предпринимателем может стать не каждый. Это комплекс тренингов, мы его так называем. И по мере интереса, по мере комплектования группы мы уже начинаем работать. Вот сейчас это было назрела школа молодого предпринимателя. Кстати, эта инициатива была видящего Виктора Сеевича, потому что на самом деле действительно центр занятости занимается, но не в полной мере. Хотя, если сравнить вот сейчас каждый вуз,
каждая и школа готовит, есть предпринимательские курсы. Все это развивается, но это традиционная система обучения. Я противница традиции. Я считаю, что предприниматель – это не человек традиции. Традиционная школа, вот на мой взгляд, это коридор. Вот коридор, я его называю на сегодняшний день, без обиды, конечно, моим коллегам, тоннельное образование. Вот они дали знания, вот коридор, выпустили ребенка, и он пошел. Знание, умение, навык. Хотя, если уж по большому счету, то школа, да, это знание. Умение, навык – это уже высшая ступень, это уже вузы больше дают. И вот они двигаются по этому коридору, все, что они умеют. Но чуть шаг влево, и все, капкан, уже не знают, как быть. Поэтому я считаю, что настоящее обучение начинается именно, когда они вступают в реальную жизнь. Не учит традиционная система на сегодняшний день у нас учиться на своих ошибках. У нас учат это вот именно такие вот тренинговые комплексы. И этому, к этому вот надо стремиться, и это была первая цель, с чего мы начали. Поэтому у нас и была вот программа именно начать, чтобы они не попадали вот в эти самые капканы в жизни уже в своей, а могли мыслить, и мыслить не рационально, не традициями. Жалко, конечно, что сегодня мало все равно увлекающихся людей своим делом. Прежде всего, вот я и начинаю всегда, что, где, когда и зачем. Вот первая лекция у меня так начинается. Что такое предпринимательство? Нужно ли оно им вообще? К чему это может привести? Ведь никто не говорит, что нельзя, работая на предприятии каком-то, закончив вуз, да, заниматься своим делом параллельно. Все можно делать, все можно постигать постепенно. Поэтому те, кто закончили наши курсы, вот от и до получили сертификаты, они, конечно, могут на сегодняшний день уже открыть свое дело. А вообще школа бизнеса работает весь год. У нас при центре бесплатная школа. И те ребята, вот есть единицы, к сожалению, единицы, которые ходили весь год, и все время говорили: Ольга Анатольевна, ну давайте, ну чем нам заняться? Я говорю: вы начните хоть что-то, хоть что-то. Ну, расклейте объявление, ну погуляйте с собаками. Вот уже какой-то будет доход, вы почувствуете себя предпринимателем, вы заразитесь этим, и тогда у вас пойдет. Трудно разговаривать и готовить предпринимателей, которые вот: а что сделать? Поэтому и начали мы тренинг наш полностью именно с бизнесов. Я раскрывала все бизнесы, которые на сегодняшний день актуальны. Причем малозатратные, там не надо денег много вкладывать в эту технологию. Не хотят молодежь. Вот жалко, прямо обидно и больно, что вот никого не можем затащить на наши курсы. Иногда приходится очень много усилий прикладывать. Но теряем молодежь из района. В российской глубинке молодежь еще не осознала, что зарабатывать деньги можно и в подростковом возрасте. Главное – иметь желание и быть мобильным. Как оказалось, лучший для этого возраст… Самый лучший возраст – это 8 класс. Они уже могут заниматься предпринимательством? Конечно, конечно. Если мы с 14 лет трудоустраиваем, то почему они предпринимательством не могут? И очень много бизнесов. Но как бы так в кавычках детский бизнес – это что? Детский бизнес? Вам виды бизнеса сказать? Любые. Вы знаете, что сколько у нас на сегодняшний день миллиардеров 9-летнего, 10-летнего возраста? Если взять по миру, их порядка 50. 50 9-летних миллиардеров. У меня очень много примеров, с чего я начинала первое. Вот с чего начинается бизнес обыкновенного мальчика. Посмотрите, чего вам не хватает. Если есть время, конечно, да, могу сказать. Есть такой мальчик Кен, его зовут, в Америке был. Вы знаете, что почту им же развозят, велосипедисты бросают через забор, а до домика дойти еще достаточно большой промежуток палисадника у них там. Вот. И потом забирают эту почту и читают. Да? Вот. Один раз вот отец этого мальчика говорит: Дэн, принеси ко мне почту, там привезли. Дэн ему приносит почту 50 метров до папы и думает: а ведь, наверное, у всех такие проблемы, наверное, так же всех детей гоняют. Пришел к соседям и говорит: давайте я вам за $5 в месяц буду подносить почту к вашему крыльцу. Так нашел 10 соседей. Буквально через 2 месяца он уже не успевал сам. Он пришел в классе и сказал: давайте тоже будете так же. Я вам буду договариваться, кому вы давать адреса, а вы будете за 50 центов. Дальше больше. Школьное собрание собрали, что как это так, он зарабатывает уже в таком возрасте. Поделись опытом перед родительским комитетом.
нашелся член родительского комитета и говорит: а давайте напишем книгу о том, как стать миллиардером. И так мальчик, выпуская книгу, стал миллиардером, представьте, 9 лет, в 10, просто из-за того, что он подносил почту. Поменять работу никогда не поздно, а еще никогда не поздно заработать свой первый миллион. В нынешнее время для этого нет возрастных ограничений. Стать состоятельным можно даже тем, кто еще толком не выучил таблицу умножения. И вовсе не обязательно быть гением. Можно продать себя с помощью соцсетей. Надо лишь чем-то отличаться от других людей. Эвану было 8 лет, когда с папиной помощью он создал собственный канал, который приносит владельцу сегодня более миллиона долларов в год. Эван обозревает игрушки, рассуждает о сверстниках и может не беспокоиться о лояльности аудитории, которая растет вместе с ним. Оуэнс вдохновлялся Стивом Джобсоном, и это помогло 16-летнему Кристиану заработать его первый миллион. Первый компьютер ему подарили, когда он был еще подростком. А уже в средней школе Оуэнс научился веб-программированию. В 14 лет он основал свою первую компанию по дизайну – 3,7 миллионов евро. Когда Кэмерону было 11 лет, родители попросили его сделать пригласительные на вечеринку для соседей. Эти открытки так всем понравились, что люди стали платить Джонсону за создание собственных открыток. В 14 лет Кэмерон основал свою компанию и занялся рекламой в интернете и разработкой программного обеспечения. Когда он поступил в старшую школу, он уже зарабатывал 400 тысяч евро в месяц, а затем его компании начали приносить ему миллионы. В свободное от школы время 16-летний подросток из Мумбаи развивал собственную компанию. Это маркетинговое агентство, в котором работало 20 человек со всего мира. «Моя команда – это позвоночник моего бизнеса», – говорил Фархет. Так что не нужно жаловаться на недостаток часов в сутках или сетовать на занятость. Успевать можно все и в свободное от учебы или работы время. Эмиль начал подрабатывать стрижкой газона в 9 лет, а уже к 18 он превратил свое занятие в бизнес, основав компанию. В то же лето он заработал 100 тысяч долларов, а сегодня делает миллионы. Чтобы успеть учиться и не запустить бизнес, Эмиль живет по очень напряженному графику. «Я сплю по 4 часа в день», признается он. Пожалуй, не лучший совет. Но настойчиво идти к своей цели и делать все, чтобы работа была сделана, вот чему можно поучиться у Эмиля. Райан основал свой бизнес на инвестиции в 25 тысяч за 25% в компании, когда еще учился в начальной школе. Сегодня он подросток, и у него есть своя пекарня для собак. Вроде бы ниша не из самых быстрорастущих, тем не менее Райан преуспевает. Мораль сей басни такова: занимайся любимым делом, каким бы оно ни было, и твоя страсть окупится.